О личной жизни Александра Когана известно мало. Артист предпочитает рассказывать о творчестве, нежели о любовных похождениях. Однако информация о свадьбе певца все же попала в сеть. Избранницей Когана стала некая Анастасия, которая, судя по личному блогу в социальной сети, ведет непубличный образ жизни. Торжество прошло в Нью-Йорке, в фешенебельном Plaza Hotel. Жених и невеста не делятся подробностями грандиозного мероприятия, зато за них это делают именитые гости. «Всегда хотела побывать на свадьбе в Plaza Hotel», — сразу вспомнила фильм «Война невест», — отметила Галина Юдашкина. Огромное счастье Александру и Анастасии Коган. Кстати, в лифте с нами ехала Джейн Фонда, обожаю ее жених и невеста, на фото посередине. Пока не делится подробностями торжества фото. Инстаграм невеста отдала предпочтение традиционному наряду. Кружевное белое платье с открытыми плечами подчеркивало ее женственную фигуру. Жених тоже не стал отступать от правил и выбрал строгий классический костюм черного цвета. Молодых поздравила и Галина Юдашкина. Фото. Инстаграм ненадолго оставить рабочее дело, и посетить торжество удалось даже Филиппу Киркорову, который с удовольствием позировал с гостями. Также на празднике были замечены Зара и Мишель Серова. Женщины выделялись на фоне остальных гостей яркими вечерними платьями от кутюр. С моей дорогой Зарочкой вчера вспоминали, что знакомы с 2011 года. Как быстро летит время. Рассказала Мишель. История начиналась с того, что моей маме очень нравилась песня «Адажио» в исполнении Лары Фабиан, но потом мама показала мне выступление Зары с этой песней, и мы очень прониклись. Поп-король российской эстрады не мог пропустить столь грандиозное мероприятие. Фото. Инстаграм своим присутствием свадьбу Александра Когана почтила и Алика Смехова. «Поздравляю Анастасию и Александра с бракосочетанием», — написала актриса в личном блоге. «Друзья мои, вы красивая молодая пара, живите долго и счастливо. Глория Гейнер редко выступает, но вчера была с нами». К слову, праздничные столы ломились от изысканных угощений и напитков. Гостей развлекали зарубежные артисты, да и сам Коган исполнил несколько песен. Певица Зара и Мишель Серова украсили собой праздник. Фото. Инстаграм. Напомним, Александр Коган не только певец, но и композитор. Родился будущий артист в Душанбе, образование получил в Америке. С юных лет Коган питал страсть к музыке. Поначалу родители не одобряли выбор наследника, мечтая, чтобы тот занимался политикой, но со временем свыклись с желаниями сына. Первые шаги в шоу-бизнес Александр сделал под началом Аллы Пугачевой. На его счету также сотрудничество с Виктором Дробышем и Хулио Иглесиасом. Клэспоуст 660 490 подписчиков.